Незадекларированные наличные денежные средства 40 тысяч долларов США обнаружили сахалинские таможенники в Невельске на судне. Рыбопромысловое судно прибыло из исключительной экономической зоны. Незадекларированные наличные денежные средства были обнаружены в ходе таможенного контроля в одной из кают в металлическом сейфе. При этом в генеральной декларации, предоставленной таможне, валюты и валютные ценности не указаны. Сахалинская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды наличных денежных средств в крупном размере в отношении одного из членов экипажа. Валюта изъята и помещена в камеру хранения вещественных доказательств Сахалинской таможни. Перемещение наличных денежных средств через таможенную границу не облагается таможенными пошлинами и налогами. Законодательство устанавливает лишь обязанность декларирования денежных средств, если сумма в эквиваленте превышает 10 тысяч долларов США. В случае, если единовременно перемещается сумма выше 100 тысяч долларов США, помимо декларации необходимо предоставить документы, подтверждающие происхождение денежных средств.